сытым, да? Их много, да, и у нас ребят много, то есть 10 период, короче, много такого есть. А со всем остальным, что я забыл, что ребята, которые снимались с котом, вот как человек все равно все подает. То есть я очень не когда есть лицемерие, то есть когда ты за руку улыбаешься, а за спину говоришь о том, что я говно, это нехорошо. Вот. Ну да. Поэтому, допустим, также вот мы... Серега парень неплохой, но получается, что в жизни он говорит одно, а когда это происходит, немного другое. А ты замечал, да? Мы нормально же общались, а потом раз видео похейтил, там, два видео что-то поднял. Саньку привет, Шпак, привет. У тебя тоже так же было? Саня, передай... Нормально, а потом он как бы, ну... Саня, привет, передай своим поклонникам. Видишь, он глаза улыбается, а в интернете... Саня в нормальном настроении, все хорошо. Заканчиваем первый день. Монтируем видео потихонечку. Интернет не очень хороший, ребят, поэтому не знаю, когда зальем, но работаем, монтируем. Вот зачем. Саня на позитиве, ребят, Саня на позитиве. 173 человека, ребята. Всем 173 164. Не успел. А что, куда 10 ушло-то, я не понял. Мне кажется, вышел из интернета, нет? Интернет не очень, да, интернет не очень хороший, да. Что, ну тогда? Раз, потом. Интернет тупит, да. Тупит, да, зависает? Спасокукоцкий только уехал, все, мы отсняли, все нормально. Он поехал к себе в гостиницу, вот, приезжал с супругой сюда. Интернет хреновый, ребят. И нет, жопа, да, жопа полная, бля. Надо что-то подумать, да, как его. Завтра будем решать вопрос с интернетом. Завтра что-нибудь купим, я думаю. Во-во-во, симку завтра купим, да. Уже решили, что будем покупать. Саша, дай телефончик, у тебя подлог. Спасибо. Сейчас я на 3G выйду. Когда видос будет, монтируем, сидим.